Друзья, приветствую вас на своем YouTube-канале Love Parfum. С вами Алексей, Томас и Иван. Всем привет. Это гости привет. Моего канала. Сегодня Томас попробует отгадать ароматы, а Иван, он просто будет называть цену. Ну, может быть, такое краткое какое-то впечатление о аромате, потому что Иван вообще в парфюмерии ноль. Он как бы не любит ее, да, особо. Вот, да. Полный. Ну, просто, да. Ноль. Да, полный ноль. Ну, просто вот он с нами сегодня, да, и мы решили, почему бы такое как бы видео для вас не записать, порадовать вас новым обзорчиком. Перед началом видео, конечно же, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, если по каким-то причинам не подписаны, бить в колокол, чтобы не пропускать новое видео, подписываться в телегу, ведь именно там выходят всякие бэкстейджи со съемок, которые не выходят на YouTube, и вы всегда будете в курсе новостей из мира парфюмерии. Обязательно подпишитесь. И, конечно же, подпишитесь на канал Томаса, Тома Денёв. Всех буду рад видеть. Новый канал, подключайтесь. Отличные обзоры, нестандартный подход и так далее и тому подобное. Начинающий парфблогер, поэтому поддержите, ссылочка будет на его канал под видео. Заранее благодарочки. Ну что, друзья, давайте аромат под номером 1 протестируем. Иван. Да я его уже чувствую. И Тома. О, да. Не знаю, кстати, почему. Запах детства, я чувствую. А, ну все, значит, это оно, да, по-любому? Запах детства. Ну это... Ну сколько такое может стоить? Ну, 7000. Ты бы за 7 такой... Ты да. Же, тебе вообще, в принципе, ароматы не особо нравятся, но ты бы такой на 7? Да. Реально? Да. А что там, запах детства, да, как-то? Да. Мамина косметичка или что? Мамина, что-то с мамой связано. Ага. Когда она меня в детский сад ведет. Короче, женский, да? Да, больше женский. Ага. А как вот ты относишься к людям, которые, к мужчинам, которые носят женский аромат? Потому что есть какой-то загон небольшой у них. Нейтрально? Вот. Ну, ты не против, то есть, да, такое? Нет, угу. Ну, я знаю. Запаха нету гендер, как говорится. Ну, мне аромат нравится, унисекс, крутой, хорошая вещь. Ну, что это? Ты же знаешь, что это. Ну, где-то он мне просто своим этим путешествием в детство, да, можно сказать, подсказал. Ну, Москва красная. Москва. Причем... Красная Москва. Да, 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 да. Красная Москва. Встречайте, друзья, аромат «Красная Москва». Кто знает? А, это же версия. Это Light. Light. А почему? Ну, пахнет-то все равно красным. Вообще, ну, да, ну, в принципе, да. Ну, сладко. Сладко пахнет. Огонь, огонь. Если стандартная «Красная Москва», она по жесткому пахнет, это прям сладость. Блин, если... Ну, я сейчас, если я нанесу, мы ничего остального не услышим, да? Ну да, а чё, какую бы оценку поставил аромат? Я, девяточку, я девяточку поставлю. От 1 до 10. Девяточку? Ну. Да. Тоже девяточка? У меня? Ни в коем случае. 12 из 10. Да. Ну давай. Давай, 12. Ну что, давайте, друзья, аромат под номером 2 протестируем. Ух! Нет, таких очень много. Я даже сразу... Все смешивается в одно. Что? 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 Все? С «Красной Москвой». Короче... Это... Давай я просто давай, чем наугад. Пахнет? One Million. Ну, просто наугад. Что-то похоже, да? Что-то похоже, эликсир, да. Эликсир One Million. Вот что-то, да, вот One Million. Не знаю, какие эликсиры там, эликсиры, но One Million. Он просто сегодня ему это, в Литуале я ему давал перенюхивать. Uh-huh. Все, и Gold, кстати, вот эту новиночку тоже. Uh-huh. Арабановскую. Uh-huh. Это эликсир, но... Хотя... Ну, нравится тебе такой, да? Мне, да. Я бы такой бы сам бы носил. Все, никому сейчас... бы не дал бы. Все бы все носил. Да. И то, и все. Прикинь, от Москвы до миллиона. Я все носил. Все носил. Ну, а ты что там думаешь, как тебе аромат нравится, нет? Ну, я от сладких сейчас вообще отхожу жестко. Максимально. Пытаюсь, по крайней мере. Ну, а почему, конечно, каким-то вазелином попахивает все время? Вазелином? Не знаю, почему. А сколько стоит? Вазелин? Ну, ну давай хотя бы вот так. Скажите вы мне, сколько стоит. Ты же эксперт по ценам на сегодня. Сейчас скажу. Ну, примерно. А, ну ты же знаешь, сколько миллион стоит. Ну, ты же 12. 9. 9-12. Ну, кому это вообще носить? Пацанам просто всем, да, ребятам? Кому? Кому? Нет. Том, кому это? Всем. Это унисекс. Абсолютно. Унисекс. Миллион унисекс? Опа. Как нет, может миллион? Нет, миллион это мужской. Если я не ошибаюсь.
Ну, короче, вам нравится, давайте оценки. Вот, ну, поставим, я скажу, что это. Да как нравится, ну, 5. 5? Да. А я вот до сих пор не знаю, какую оценку поставить. Ну, так, мне нравится и если нравится. Бы, сколько, ты у меня спросил за такое лет 6 назад, я бы... Сколько бы 10, такое дали, я бы 10 из 10 поставил, да. Но сейчас я уже как года полтора, наверное, больше куда-то в кожаные ухожу. Мне нравится такая, знаешь, залупка коня. Это типа этого Коума. Guilty Absolute, вот что-то туда. Да. Это у нас Эксила, голубой талисман. Посмотрите, познакомьтесь. А я нет, я его не слышал ни разу. Что, нормально? Теперь. Ну, слушай. Ну, дороже стоит, конечно. А сколько они сейчас под? Ну, что-то, наверное, под 45, 40, 45. Ну, что? Чего? Ну, мне кажется... Да, лучше эликсир купить на ту. Да? Не пахнет так. Мне не пахнет. Мне тоже так кажется. Как-то мне какие-то ой, заклюют пахнет. Меня сейчас начнут. Вот насчет миллиона. Ой, заклюют. Ладно, Миша, давайте все поставим и поехали дальше. Так, аромат подарок 3. Давайте, ребятишки, слушайте, знакомьтесь. Вот это ты настроячил. Впечатление. Ну, я думаю, этот аромат вы, наверное, узнаете. Я тут недавно просто, ну, им был нафычканный. Вы как-то спрашивали меня, что это за аромат. Я думаю, что вы его сразу узнаете. Попробуйте отгадать. Я сразу говорю, не угадаю. Но скажу одно, он для мужчин чисто прям жесткий. Как думаешь, какая цена? Жесткий для мужчин. Для жесткого мужика, что ли? Для жесткого прям такого. Работяги литейного завода в Челябинске, да? Не литейного, конечно. Какой пиздец. Ну что, какая цена? Ну, короче, я это... Ну... Мы уже долго что-то его тут вдыхаем, да? Максимум 5. Угу. Ну, а ты что там? Я не знаю. Тоже, ну, сладкая водичка. Ну, ты должен интересно. Узнать. Я говорил недавно, что я в этом аромате хожу. Пришел, приехал. А, Лималь? Да. Жан-Поль Готье? Ну, я же говорю, вы новый который. Но... Блин, я его не слушал все еще. Ну, от тебя шлейф, но не такой. Ну, был. Расскажи мне вкратце, вот, да, как он вообще тебе? Сладкая. Сладкая, интересная вещь. Как у всех... Рабанов. Опять. Либо вот после этой истории меня еще прет. Ну, тебе нравится в целом? Да. Сейчас я сказал 5 тысяч, блядь, а он стоит 1050. Не, он на самом деле стоит. Что-то там 8, 9, 10. Почти угадал. Такое, смотри, как этот. Дизайн у него, да? Красивый. Египетский. Египетский дизайн. А что оценка какая вы поставили-то? Я 5 из 10. 5? Короче, давай объективно тогда. Ну, то есть, по звучанию, да, ну, 9 из 10. А лично, вот, я бы такое носить не стал сейчас, по крайней мере. Угу. Как я уже и говорил. Так что, ну, 6, наверное. Не такой он сладкий, как этот. Давайте. Аромат подам 4. Ваше впечатление. Угу. Угу. Что, мне помучить? Тебя? Как хочешь. Ну, пена для бритья, кто это еще может быть? Эгоист. Эгоист платиновый, да. Платиновый? Платиновый. Платиновый. А, ну, ну. Тебе нравится, он? Иван? А он? Да. Мне, да. Ну, ты же раз сказал, что-то... Меня, кстати, он тоже в детство прям погружает меня. Когда утром батя подходит, утром меня будет, когда только побрился, это с пеной, это все. Будет порошковый, да. И такой запах, да, идет? Да. Из 90-х. Угу. Просто 90-х, прикол в том, что вот этот жилет лучше для мужчины нет, я только эгоиста и знаю, на самом деле. Поэтому я просто, ну, что знаю, то и сказал. Ну, хорошо. Уже две мы с тобой позиции угадали, да. Ну, давайте оценки. Ну, блин. Как думаешь, сколько сейчас она стоит? Ну, так, давай. Ну, 20. Ну, примерно, да, 15 там. 20, может быть, где-то... 20. А, кстати, да, в некоторых магазинах я видел в интернете за 20, там, 5, за 30, даже за сотку. А можно найти, ну, за 15. Какая оценка-то? Оценка 10. 10. Из 10. Супер. Тебе, короче, нравится? То, да, что вот прям тебя отнесло в детство, да? Да, в детство. Ну, давай рядом вот с мамой поставим. Папа, мама, короче. Вот, подожди, получается, он это вообще... Мать и отец. Ты в общем сказал Шанель пятнашку или он этот аромат? Этот аромат. Отец будет рядом с матерью стоять, короче.
Ты какую, это Томас? Это хорошо. Оценку ставишь эгоисту. Семерочку. Но ты, я так понял, не особо его любишь, да? Потому что ты тут начал про какую-то пену, там жилет, что-то там для мужчины нет. Ну, это ж хорошо. Ну, короче, я так понимаю, ты на него зуб точишь, да? Я этого хотел. Обычного эгоиста. Обычного, да. Вот это я бы затестил. То есть, то мне нравится обычный эгоист больше, чем платиновый. Есть момент. Грешок. Угу. Давайте аромат под номером 5, друзья. Number 5. Как сегодня. Опа. Ну что, Иван, тебя выслушаем сначала. Жесткий аромат, очень жесткий. Куда он тебя переносит? Знаешь, дядя Вася пахнул бы таким ароматом. Тебя не переносит он в детстве, случайно? Нет. Дядя Вася пахнул бы таким. Какой мы, знаешь... Откуда этот дядя Вася? Дядя Степа? Дядя Степа, дядя Вася такой просто типичный Вася. Квася. Да, который квасит постоянно. Это вот эта отсылка. Они еще такие тоненькие, я... Вот я тоже пытаюсь перенюхать, и мне почему-то по алкоголю. Кто тогда где-то там наносит, больше слышно, чем вот от него. Угу. Ну, что ты думаешь, какая цена? Короче, аромат для Васи? Да. Не, погоди, это люкс с нишевым звучанием. Да. Ага. Все, ну а кто у нас? У нас таких немного, да. Всякие мемуарчики там лучшие. Вот он говорил, что оказывается-то на слепых затестах реально не так просто. А я-то думал, что там, Алекс, профессионал, какие ему подводочки надо делать. Ну, не это вспомнил. Я же подсказал тебе. Цена, ну что, люкс с низшим звучанием. У нас их, таких ароматов мало, это инкренуар. Это его не узнал. Так, ты, оценку-то какую ты поставил? 10 из 10. 10. Ну, потому что я его уже увидел. Да, а, ну или что? Я 3 из 10. Ну, дай сейчас. А, или стой, или я ставил оценку. Ты писал что-то? Нет, ты не ставил. Ты ничего не делал. Блин, я ничего не сказал. Во! А у тебя еще будут ароматы? Да. А, я бы хотел нанести. Ну, давай наноси. Вот просто... На пальто на свое. На пальто. Пальто, пальтишко. И почему-то вот на... Бумаге. Бумаге вообще по-другому пах. А попробуй на коже все. Вот на кожу давай. Шикарный вид. Да, вообще разные берега. Абсолютно. Еще на блотерах маленьких, ну вообще что-то... Нет, а так и должно быть, там же так. Конец-то такой. Не, ну да, да. Ну, вчера даже гирлен брали, хотя на толстую брызгала, но на тоненькую брызгать тоже. Это парфюмеры давай, с этими давай, тоненькими. Давай. Давайте аромат номер 6. Как сегодня, так-то? Сегодня все вам покажу, что я привез с собой. Все, посмотрите. Таким лучше пользоваться бабушкам живого возраста, женщинам за 50. То есть ты так решил? Да. Куда поехал? Кто делает это? Кто это делает? Что там, какая оценка-то? Давай. Сколько такое может стоить бабушке? Подожди, вот цветами? Ну, да, почему цветами пахнет? Там есть цветы? Ну, я не помню. Я не слышу цветы. Какой-то травой. Не цветами, травой какой-то пахнет. Ну, и что такое стоит? Ну, ты ж 10. Давай оценка. 12, 10, 12. Это... Оценка... Ну, давай говори. 8 из 10. Половинку просим. Это говнемет. Да. Говнемет. Это говнемет. Говнемет. И лучше да. Говнемеда аромата нет, на самом деле. Лучше для мужчины, нет. Вот такой, товарищ, посмотри. Говнемет. Говнемет. Ну, что, так? Я только недавно обновил, купил большую себе сотку. Классный же. Сколько у тебя их уже, этих гамнемедов? Да, третий, наверное, или четвертый был. Это такой must-have, он на каждый день так. Всегда везде с собой. Необычный запах. Ну, вот ты говоришь, что-то травой, травой пах. Бинты чувствуешь вот. Медицинские? Мазь Вишневского ощущаешь? Вот, да, с бинтами, вот, с лекарствами, с травами. С ментами. С ментами. Что это колышется? Твой? Нет. Кто его колышет, блядь? Стол. У меня нога стоит на месте. Может, это не нога, блядь. А ну парфюм. Пристал парфюм. Телеэфира. Телеэфира Москва-Сити, поэтому... Погружаться. Это этот. А ты что делаешь? Только показывай. Стой, это вот он колышется. Давай его это. Это Джакар Нуар. Встречать Паргон Сента. Ну, конечно, 30 он не стоит. Трешечку всего. Трешечку. Вот, да.
пахнет для меня лично каким-то таким, знаешь, смолой, елками. Ну что, Иван, как тебе вот как тебе участие в таком социальном опросе, в парфюмерном опросе? Необычно. Необычно? Да, приятно. Очень приятно. Понюхать аромат. Неожиданно приятно, да. Мне очень приятно, да. Да, еще чаечком в гостине. Чаечком. Кофеечком. Какой бы ты один оставил из всех семи? Себе? Ну. Прямо именно себе. Да. Вот этот. Да, подожди. И вот этот. Тоже. А ты там? О, выбрал бы себе. Он выбрал нуар. Оставил бы себе? Да. Из двух? Да. Вот этот и вот этот. Очевидно. Ну, понятно. Время такое у меня сейчас. А как вы думаете, что бы я оставил, Иван, себе из двух? Из двух? Да. Сейчас, давайте. Ну, давайте, окей. Вот этот? Да. И вот этот. О, какой красавчик. О-о-о, аплодируем. Ну что, друзья, мы будем ждать с удовольствием ваших комментариев. Как вам Иван, как вам Тома. Не забывайте подписываться на YouTube-канал «Скептер», если не подписаны, бить в колокол. Делитесь этим видео с друзьями, с вас парфюмерный жирный лайк. И пишите в комментариях, как вам эта подборка, нравится, не нравится, что у вас есть в коллекции, что планируете прикупить. Нам будет очень интересно почитать и ответить на ваши комментарии. И увидимся в следующих видео. Всех был рад видеть. Помните, что аромат – это путешествие во времени. И хорош уже вот эту историю. Женские ароматы для мужчин нельзя. Мужские для женщин нельзя. Вам нельзя, а нам можно.